Пацаны, я извиняюсь, здесь жалоба поступила от бизнесмена в Майами, как дагестанские бойцы появились здесь, все рестораны опустили. Все колы Амари на свой бонус выкупила. И это тоже, и опустили рестораны, все просто ушли, убежали. У меня здесь непонятка с пуэрториканцами, через час я могу на вас рассчитывать? Звони, брат. Амари через купит час твоих пуэрториканцев. Через час далеко будем, да? Через час, надеюсь, телефон выключится. Амари. Я куплю этих пуэрториканцев. Говорят, и сейчас... мексиканцев, да? Политическая погода в Дагестане сейчас, говорят, резко поменяется. Какой-то лагерь сюда приезжает с 50 тысяч долларов. Это правда? Все, кому этот молодой человек что-то должен, можете встречать его в аэропорту Уйташ города Каспийска. Рейс номер 101-24. Брат, где можно достать? Ему же нормальную такую. Говорят, через тебя это все. А Мария обрадовался, переключились на Ислама. Хабир, Фергюсон подъехал, брат, здесь. Вот здесь, короче, на океане, на лодке он с пацанами, короче. Что ему передать, брат? Что он отец так же, как и подъехал. Ты знаешь. Только без лодки. Так-то он и 16-го должен был подъехать. Походу, рейс задержали. Опоздал пацан. Не, знаешь, они подъезжают, когда мы травмированы. Не-не-не, брат. Сейчас у него конкретно рейс задерживается каждый раз. Если что, мы оплатим ему этот билет, не? Да, да. Я организую ему бой. Моя организация. Амари, там вот где-то 30 чилийцев нормально гудят. У них корпоратив. Я сказал, короче, у меня кент, короче, он башляет, бабки, все. Сейчас тебе счет принесут, брат. От нашего стыла к вашему. Все, нормально, брат. Вот пальмы, короче, Майами, я не знаю, видно, не видно. Уа! Это что за прекрасные? Кизовские прически. Кизенюртовские прически в центре Майами. Это реальная экзотика, короче. Брат, вот это загадочный лысый парень. Он на всех... Он... Я так мило походил просто. Он бывает на всех фотках дагестанцев в Америке. Курклинец, курклинец. Все его отмечают на фотках. Объясни народу, ты кто, брат? Мимо походил. Я так мило. Темы есть какие-то. Кстати, я знаю. На самом деле, этот человек каждого дагестанца встретит, приютит, отвезет. Красавчик. Кроме что-то говорю, баркала, брат. И в конце чек отдает. Это чисто амариевский ход, да? В конце раз. Ну, тебя хоронит, брат. Братва, вот ты напрягся здесь конкретно. Брат, вот твои функции, брат, здесь вот здесь. Он чисто... Братчик, вот всем нам расскажет, что за эта сумка? Он не снимает ее, он не снимает ее, не показывает, что там внутри. Парсеточка такая. Пацаны спит с ней вот так. Пацаны все на легких шортах. Амари, покажи, как он не спит. Спит вот так он все. Покажи, что там внутри. Амари 50 тысяч выиграл, у него даже кошелька нету с собой. Сумка ходит. Заслаживай, посмотри на мой кошелек. Пустой. Я просто что ее ношу, она из кожи пьяного эквадорца. Поэтому это же раритетная вещь. Открой, покажи, что внутри. Раскрой. Я памперсы взял на хату пацана. Давай посмотрим, ради интереса, что тут, короче. Братва, вот здесь одна вещь, которая у каждого из вас должна быть, иншаллах, это коврик для намаза. На серьезную тему не переходи. На серьезную тему не съезжаешь, бабки покажи. Открой там это левый. Это что, резинки что ли? Вот это секретный карман там по-любому есть. Вот же он, вот же они, вот же они. Все деньги по-любому на карточках. Горцы! Ты что делаешь, эй? Как тебя смотрю? Как это смотрю? Эй, это чтоб типа думали, что ты ПВРовец, да? Ты спалился, блин. Брат, самая важная деталь вот здесь, когда Америке сильно помогает, пацаны. Это мастерская, да? Это же студенческий билет, брат. Это студенческий билет, ты что говоришь? Это же студенческий билет. Ты натуре же. Всех отходил. Реклама ты. Бегущая строка.